Как заинтересовать соотечественников отдыхать в России, какие направления отдыха развивать и какие вводить стандарты для подготовки будущих работников туриндустрии? Эти и многие вопросы обсудили на международной научно-практической конференции «Туризм и рекреация. Фундаментальные и прикладные исследования». Площадкой для дискуссии стала Российская международная академия туризма «Всходняя». По словам ее ректора, задача туротрасли в том числе сместить центр притяжения отдыхающих с юга России на другие регионы страны. Курорты в Краснодарском крае в этом году не справились с потоком туристов. Готовы ли они к приему? Конечно, оказались не готовы. Сразу подскочили цены. Качество принижается. Вот сегодня мы должны говорить и давать рекомендации, в том числе и федеральным структурам, как избежать всего этого, как сделать наш внутренний туризм народным достоянием и достоянием для всех жителей Российской Федерации, а не тех, кто имеет деньги. Решать проблему российского туризма приехали 250 делегатов, члены РАН Российского географического общества, Ассоциации ведущих гостиничных школ Европы, научные работники МГУ. Конференция прошла при поддержке Ростуризма, администрации Московской области и городского округа Химки. Те организации, которые здесь присутствуют, они, конечно, будут способствовать тому, чтобы были подготовлены и хорошие гиды, и хорошие бумажные или электронные носители для того, чтобы люди, приезжающие в тот или иной регион нашей страны, получили самую полную информацию о том, где они находятся, что они могут посмотреть. Международная научно-практическая конференция проходит уже 16-й год. Ее итоги в виде рекомендаций будут направлены в профильные федеральные ведомства.